14 августа правительство Украины создало межведомственную рабочую группу по вопросам погашения задолженности за потребленный газ. Ожидается, что это будет временный консультативно-совещательный орган Кабмина для обеспечения согласования действий центральных и местных органов исполнительной власти для недопущения угрозы дальнейшего роста задолженности. Между тем, глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил недавно, что потребность Украины в поставках российского газа с 1 мая возросла в два раза. Если говорить в кубометрах, то в конце апреля поставки увеличивались и составляли порядка 12-13 миллионов кубометров в сутки. Напоминаем, Миллер также отметил, что Россия готова сделать шаг навстречу Украине, предоставив скидки на дальнейшие поставки газа, но только в случае погашения долга. Миллер также уточнил, что цена газа для Украины может опуститься ниже $385 5 центов за 1000 кубометров.